это я. Я люблю слушать разные звуки. Как шумит море в морской раковине. Как тикают часы. Как хрустит яблоко. Как звенят монетки. Как жужжит шмель в банке. Как звенит ложка об чашку. Как стучит папино сердце. Но я не всегда могу все расслышать. А вот папа может. А это мой папа. Он самый лучший папа на свете. И он врач. И он тоже любит слушать. Только он говорит, что это называется... аускультация. А для этого у него есть специальный прибор. Стетоскоп. Он состоит из воронки, гибких трубок и наконечников. Этот прибор позволяет ему поставить диагноз. Когда какой-либо орган внутри организма заболевает, то это можно услышать. Например, в бронхах могут появиться хрипы. Звуки внутри организма плохо слышны снаружи, а стетоскоп позволяет их расслышать. Воронка ловит звук, и тот попадает в трубки. Воздушное давление возрастает и гонит звук по направлению к наконечникам и попадает прямо папе в уши. Так как звуки бывают высокочастотными и низкочастотными, то и органы издают звуки разной частоты. Стетоскоп выслушивает низкочастотные звуки, чтобы послушать высокочастотные, например, легкие. Придумали прибор фонендоскоп. У него есть туго натянутая мембрана, которая подавляет низкие частоты и улучшает слышимость высоких. А папа использует два прибора в одном, который называется... стетофонендоскоп. Точно! Вот так папины знания помогли мне лучше расслышать, как гудят столбы. Как работает двигатель на папиной машине. Как мурлычет наш кот. И может услышать даже то, что снится моему папе.